12 июня 1990 года была принята декларация о суверенитете РСФСР. Именно с этого дня история Российской Федерации начинает свое летоисчисление как независимого и самостоятельного государства. Этот день не что иное, как день рождения той страны, в которой мы все с вами живем. Поэтому очень важно знать, изучать, уважать историю своего государства. Мы все в той или иной степени любим либо свои, либо чужие дни рождения. Поэтому важно помнить о дне рождения нашей страны. С праздником вас! С Днем России!